Приветствую вас, друзья, на своем канале Земледел. Сегодня 14 декабря, четверг. Вот, решил, вчера сделал, сегодня доделал пленку, огородил пол теплицы, то есть потом спашу, когда опущу, вот так полностью у меня огорожена будет первая часть теплицы. Считаю вот так. Сегодня произвожу обработку дыма народным средством, так называемым табаком, махоркой, вот такой крупная вонючая, которая самая, вот такой вот. На теплицу у меня уходит пол килограмма, вот здесь вот килограмм. На две теплицы обрабатываю вот таким самоделочным агрегатом, получается просто емкость железная, снизу отверстие, а внутри вот где-то вот до сюда, сантиметра 3, наверное, сеточка стоит. Далее крышка съемная, и вот здесь просто трубочка, кусочек. Вот такая она уже разболталась. Вовнутрь насыпаю табак. Вот он дымит. Поджигаю его, и он тлеет. Вот сейчас делаем загрузку полную. И потихонечку по теплице ходим, дымим. Уже надымил чуть-чуть, он дымок есть. В принципе, насыпал, закрыл, и все. И куда-нибудь я, например, делаю вулкан, включаю на минималку, и вулкан дует, получается, и затягивает воздух оттуда изнутри с дымом, и все, и дым идет на теплицу, чтобы не бегать по теплицу. В центре теплицы встал, включил обдув, он всасывает, надует, получается, дымит. Эта обработка дымом дает нам то, что протравливается вся теплица. У нас в основном белокрылка. Каждый год боремся с ней. Все равно остается. Я уже показывал, обрабатывал шашками, химию обрабатывал. Сегодня вот обрабатываю дымом. Уже конкретно, чтобы помогло. Вот я вот здесь, допустим, сел. Вот центр теплицы. На минималку поставил, наверх залез, где удобно. Вот здесь вот вентилятор всасывает. Просто поставил дымовушку вот так, и дым всасывается вовнутрь. И уже отсюда уже выдувает его туда. Сейчас я ее разожгу, покажу, как она дымит. Значит, вот так разжег. Отсюда выпадает воздух, всасывается. Отсюда уже дымок идет, вот видите. Дымит отлично. Сразу вот сюда попадает дым, вентилятором раздует по теплице. И в течение часа-двух у меня теплица вся будет задымленная. Повторюсь, от жуков очень хорошо помогает. Я не раз уже так обрабатывал дымом. Хорошая вещь. И самое главное, дешевая, без химии, действующая вещество, обычное получается в табаке, никотиновая кислота, которая с воздухе окисливается, и да и сам запах, в принципе, тоже боится белокрылка, считаю, убегает от него, улетает. Тут еще как раз на одеяло попадет, у меня одеяло продымится, считаю, все, и будет отлично все. На общий объем 1500 квадратов воздуха у меня получается. В среднем уходит где-то полкилограмма табака. То есть вот таких загрузок две штуки у меня туда влазит по 250 грамм. Ну, считаю, вот так. Хорошая вещь. Советую, пользуйтесь. Можно дома любую тепличку маленькую такую обдымлять. Вполне хорошая вещь. Считаю, вот так. Все. Скоро уже начинать будем сезон. Я уже потом покажу, что мы будем делать, как мы будем подготавливать. Ну, считаю, вот так. Ну, а на сегодня все. Все, что хотел показать, показал. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Очень рад всем. Ну, считаю, вот так. Всем пока.